заблуждение казахстанской международной общественности. И я думаю, что все меньше становится людей, которые этому продолжают верить. Невозможно остановить вот это движение протестное, и оно будет только расти, потому что мы не видим адекватных мер, адекватной реакции со стороны государства. Грош цена вашим обещаниям, хватит. И действительно, я поддерживаю, здесь только что говорили, да, могут осудить за призыв, могут привлечь к ответственности, но я тоже сторонник того, что хватит молчать, давайте действовать, если нас не видят и не слышат. Рахмет. Я хочу сказать, высказаться. То, что здесь наши ребята, 26 человек лежат, голодуют, четвертый день. Я хочу сказать, что у нас действительно законы гражданские не соблюдаются. Меня 16-го, 17-го забрали, 2 дня отдержали, повестку дали через повестку. Повестка ваша без печати, пожалуйста, посмотрите. То, что вы делаете незаконно, этих людей, которые все сидели, все незаконно, посмотрите, ни печати, ничего нету, придуманы законы. То, что вы в вашем конституции черновик делаете, это абсолютно ясно. Пожалуйста, посмотрите, много говорить не надо. Вот она, посмотрите. Вот эта повестка мне забрали 16-17 и закрыли. Поэтому я требую этих людей всех освободить, потому что у нас ваши законы абсолютно не действуют. Народу абсолютно обманываете, нету государства, закона не соблюдается. Поэтому мы требуем здесь собравшихся за этих людей, которые невиновные сидят. Еще Арсений никакой, как короче говоря, тут карательный отряд действует. У нас в Казахстане карательный отряд. Мы в кафкане как-то женщины все говорят. Народ сидит, лежит на кафкане. Касахкорида. Я вот еще не сказала по поводу наших ребят, которые сегодня здесь объявили голодовку. Ребята, держитесь. Вы батыры. Вы наши герои, вы правильно сделали, потому что вы здесь сидите незаконно, в нарушении закона, в нарушении Конституции. Мы вас поддерживаем, с вами весь ваш народ. Дело в том, что весь народ Казахстана тоже сидит, тоже арестованный. За нами каждый раз следят этими видео, китайскими видео, строят лагеря. В восточном Казахстане тюрьмы уже строят. Вам хоть повезло, вы еще находитесь в казахстанском СИЗО, понимаете? А завтра мы следующие можем оказаться в китайских тюрьмах. Я еще требую в отставку Масимова, обращаясь к этой казахской власти. Что вы за него зацепились, а? Ведь отпустили же вы продукт Назарбаева от Асмагомедова. А почему вы не можете освободиться от своего горшка? Это горшок Назарбаева, тот же Масимов. В отставку Масимова. Не менеджер Спалдер Масимовка. Он агент Китая. Долой. Если вы сами это не сделаете, мы сделаем, народ Казахстана. Ребята, держитесь, мы с вами. Камчевич.